каждой квартире, частном доме есть газовая плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все это внутриквартирное газовое оборудование. К удобствам и доступности голубого топлива мы привыкли настолько, что порой забываем. Газ – источник повышенной опасности. И относиться к нему необходимо с особым вниманием. Малейшая утечка газа может стать причиной несчастного случая. В последнее время в российских регионах участились взрывы бытового газа. Гибнут люди. Как обезопасить себя и свою семью от возможного несчастного случая? Жильцам, собственникам квартир важно помнить – беспечность в эксплуатации газовых плит, котлов и другого оборудования недопустима. Нельзя доверять установку, подключение и ремонт газового оборудования дилетантам, тем более выполнять эту работу самостоятельно. Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования должны осуществлять специалисты-профессионалы. Для этого собственнику жилья необходимо заключить договор со специализированной организацией, после чего в ваш дом или квартиру придет специалист, имеющий допуск к проведению работ, проверит все газовое оборудование, разъяснит особенности пользования природным газом, устранит имеющиеся технические нарушения. Во время визита специалист обязан иметь спецодежду и предъявить служебное удостоверение. Что будет, если отказаться от заключения договора на техобслуживание газовых приборов? При отсутствии у собственника договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования поставщик газа вправе приостановить предоставление услуги, так как поставка газа на неисправное оборудование недопустима, даже при условии полной и своевременной оплаты. Помните, газ – источник повышенной опасности. Заключайте договоры на техническое обслуживание газового оборудования.